цією прекрасною справою. Перш за все, хочу подякувати організаторам цього заходу за те, що надали можливість виступити сьогодні та поділитися своїм болем. Адже ситуація в нашій галузі дійсно складна. Ми хочемо розповісти про своє бачення виходу з неї. А зробити це ми можемо тільки разом. Всім загалом, всієї спільноти. Чоловік, друженик, любящий, берегущий природу, той, хто работає з пчолами, не може бути злим, не може бути чоловіком неіскренним. Но він на сьогоднішній день дійсно знаходиться в складних условиях. Приємно було слухати виступлення Ольги Васильівни, що є підтримка і буде. На сьогоднішній день існує програма розвитку пчолів. На сьогоднішній день я написав большое количество писем, чтобы узнать, кто же отвечает за эту отрасль, именно министерство, ответа не получил. Пчеловод также ощущает постоянный прессинг по поводу налогового процесса. Если несколько лет назад пчеловод вообще не отвагал налога, то уже в 2016 году налог наступает от дохода пчеловодов, когда 100 минимальных зарплат превышает его доход. В этом, в 2017 году, государство пчеловодов поддерживает таким образом, что уже 50 минимальных заработных плат, если превышает доход пчеловода, обязан его налоговой проездить. Увеличилась стоимость инвентаря пчеловодчества. Если раньше инвентарь стоил и коррелировал его стоимость со стоимостью меда, то стоимость меда на сегодняшний день приостановилась, а пчеловодческий инвентарь необузданно растет. Увеличивается стоимость ветеринарного обслуживания. Сейчас все пчеловоды знают, чтобы сделать анализ меда для экспорта стоит тысячи и больше один анализ, а ветеринарные препараты растут тоже безумные цены. На сегодняшний день увеличилась стоимость и племенного материала. Мы хотели бы иметь современные пасеки европейского образца, но не каждый начинающий пчеловод сможет это сделать, потому что все дорого. Увеличиваются затраты на транспортировку пасек, потому что не кочуя пчеловод не получит достаточного количества меда. Уменьшается кормовая база. На сегодняшний день мало стали сеять медоносов, потому что выснаживают нашу землю другими культурами. Вырубают леса, вырубают акацию в связи с энергетическим кризисом в стране, вырубают липы, а это так, элитная еда, это наше лицо нашей Украины. И самое сложное, что испытывает на сегодняшний день пчеловод, это то, что монопольные цены объединились, так сказать, посредники и давят пчеловода и наклоняют низкими ценами. Ну, такие уже после не дуже песимістичний початок, але ми можемо зараз сказати, що не дивлячись на ці перепони, Україна серед лідерів на світовому ринку меду. І це далеко не на нашу думку, далеко не межа, тому що серед виробників, серед експортерів, мінімум виробників цю ситуацію, на нашу думку, на думку нашого кооперативу, треба змінювати на мене. От, обратіть увагу, інтересний слайд. Есть выдержка, откуда он это. Статистика, кстати, в стране сейчас за Дэймоне находится. Мы не знаем даже, сколько украинцев. Но вот нас радует, что на сегодняшний день Полтавская область является лидером. Это медовая мека Украины. И потому как и здесь начать кооперативное движение, чтобы облегчить жизнь пчеловода. Некоторые цифры по производству и экспорту. Да, обратите внимание, что более 100% производится силами мелких хозяйств. При этом интересно, что среди производимого меда более 50% экспортируется. 48 экспортеров сейчас зарегистрированы, официальные данные в реестре, и среди них нет ни одного производителя. Вот это, конечно, парадокс. Производителей нет, экспорт растет. И мы считаем, одной из задач нашего кооператива привлечь к экспорту именно пасечников, именно производителей. Ну, как я два слова скажу, что на самом деле создана структура, определенная политика, это поддержка
экспорта производителями, я обращался в этот центр, просил, чтобы помогли именно пчеловодам экспортировать мед, провели какие-то тренинги. Ответ был, зачем? Украина и так много экспортирует. Я хотел бы попросить, чтобы действительно такой тренинг провести, в том числе и в Болтаве. Вот, на самом деле, кто сегодня пчеловод? Фигура или игра? Или игрок на рынке? На самом деле, сегодня пчеловод очень мало сам лично продает мед. Это знакомые, друзья. Вот, на рынке где-то стоит. А основная, так сказать, продажа идет, у кого больше пасек, допустим, больше 20-30 семей, приходится сдавать посредникам. А эти ребята, посредники, очень сплочены. Они решают вопрос за нас, за пчеловода. Они, вот пчеловод один, одинок, а они сплочены и решают вопросы, по какой цене покупать мед. Я приведу простой пример. В прошлом году цена меда была менее 30 гривен за килограмм. Вот тоже цены. Приехали пчеловоды, закупщики с Литвы, это вообще известно. Они начали покупать мед у пчеловодов по 40 гривен. И что же случилось? Вот эти ребята их подвинули. И не сплотившись вместе, мы никогда не станем реальными игроками на рынке меда. Это мы должны понимать. И только кооперация нам может помочь. Это же простая поговорка, слышали, наверное. Либо мы планируем, либо нас планируют. Сейчас активно планируют нас, потому что если мы поодиночке действуем, за нас легко решить. Если мы сплочены, то, конечно же, и направить нас в то русло, которое нам не нужно, легче. И чего мы придумываем? Да, и Ольга говорила, и общеизвестный факт, что кооперация – это самая лучшая на сегодняшний день форма организации. Причем форма взаимодействия независимых пчеловодческих хозяйств. Хочется обратить внимание, что именно независимых пчеловодческих хозяйств. Кооператив целью не ставит подавить пасечник. Цель – добиться того, чтобы пасечник был только крепче. И в мире этому есть яркий пример. Ну, наши друзья Казахстана, да? Я не верю, что украинский пчеловод не сможет создать такую же структуру, как наши казахи-пчеловоды. Они создали северный кооператив у себя на сегодняшний день. 1500 пчеловодов объединили всегда. Можно, конечно, создавать и карликовые кооперативы. Село, 2-3 пчеловода скооперироваться, но это не решит проблему. Там надо мощные организационные правовые формы, которые могли бы выходить на внешние рынки. Смотрите, они экспортируют мед в Китай. У них организована переработка меда. У них, так сказать, проводятся ярмарки. И я про ярмарки попозже скажу. В Италии то же самое. Более 25% медового рынка Италии контролируется кооперацией. То есть союзами пчеловодов. Смотрите, более 200 индивидуальных коллективных членов. До того даже дошли там, что международные симпозиумы организовывают под собственной эгидой. Но мы, конечно, стремимся к лучшим примерам, и с помощью государства мы этого сможем добиться. Мы должны говорить и о цели, которые есть у кооператива нашего, и о миссии. Если говорить о цели, да, то это то, что мы хотим, то есть каждый пасечник хочет получить от кооперации. Если говорить о миссии, то, что мы можем дать обществу, потому что это тоже важная цель, кажется, нашей идеи. Цель проста, на самом деле, да? Это добиться независимости экономической каждого члена кооператива. Еще раз подчеркиваю. Кооперация – это не организация, которая поглощает пасечника. Это организация, которая позволяет ему быть независимым. И если говорить о миссии, то, конечно же, в первую очередь, производство органического меда, в вторую очередь, об этом поговорим немножко подробнее позже, это максимальное распространение информации о пользе потребления меда. То, кстати, что сегодня делал Александр. Но это шаги опять же пасечника. Нужно государство здесь. Немножко о схеме работы кооператива. На самом деле кооператив – это обслуживающий кооператив пасечников. Пасечник остается фигурой независимой в плане своего продукта. Он сдает свой мед, воск, другие для всего коллектива, который будет дальше продвигать мед. Сила кооператива только в его количестве, в его объединении пчеловодов. И вот кооператив разрастается до больших партий меда. Мы можем выходить на рынки, уже и продавать мед наш и другие продукты. И за это
не будет кооператив получать деньги, а каждый член кооператива получит деньги, потому что товар – это его собственность всегда. Кроме того, кооператив может помочь пасечнику более дешево покупать племенной материал за счет большого количества, вот, играет принцип оптовых закупок. Также повышает рентабельность пасек членов кооператива за счет того, что обслуживание будет дешевле. Больше купим препаратов, это будет дешевле. Будет также пчелоинвентарь удешевляться за счет оптовых закупок. Ващину будем покупать дешевле, когда мы объединены. Ну, наша деятельность была, наверное, слишком эгоистична, если бы не говорили о миссии. Миссии тут три составляющие. Первое, еще раз подчеркну, экологический чистый мед. Ольга в одном из интервью, кстати, подчеркивала, что органика сейчас востребована больше. Вот на это и будем ориентироваться. Второе, всяческая помощь консультативным членам кооператива, в том числе и с помощью ученых. В этом плане благодарим, вот, что с Харькова, да, приехали нас поддержать. Житомир. То есть привлечение ученых к деятельности тоже чрезвычайно важно, потому что в этом смысле есть большие проблемы. И третье, на что хотел бы обратить внимание, вот то, о чем вы говорили, средняя информация о пользе меда. Но тут мы сами никак не справимся. Без государственной программы никак не может дело пойти дальше. Но Александр может детей угощать. Мы можем где-то выступить, рассказать о пользе потребления меда. Но если нет социальной рекламы, если нет норм, вы прекрасно знаете, что нормы потребления меда сейчас, да, в Украине на душу населения, ну, в разы меньше, чем в Европе. Ненормальная ситуация. Вот только говорила по поводу экспорта, да, важное дело. Но в то же время нужно увеличивать потребление меда и здесь, в Украине. А при той ситуации, которая есть сейчас, этого сделать никак нельзя. Более это целая аптека. Там, в общем-то, препараты можно изготавливать и помогать населению, которое в разы дешевле фармпрепаратов. Наши принципы нашего кооператива Полтавы очень просты. Прежде всего, это мы смотрим на кооператив как на народное движение. То есть это должно быть делом каждого пчеловода. Кроме того, мы боремся за чистоту финансов кооператива. Нам не нужны крупные инвесторы. Нам нужны только народные деньги. Что такое народные деньги? Это прежде всего наш бюджет, это прежде всего вступные и боевые взносы. За счет этого мы живем. И, конечно, участвуем в рамках. За счет этого мы и живем. Мы очень поддерживаем деловой подход нашей деятельности. Только люди дела могут создать такую структуру, которая поможет каждому из нас. Поэтому не лозунги, не вот эти три очереди, про которые говорили, а приходят деловые люди, которые знают, что это делают для себя. И, конечно, мы думаем о максимальной открытости. Я понимаю, что очень большая подозрительность ко всевозможным, так сказать, организациям. У нас создан счет, у нас счет открыт, каждый член кооператива может зайти и посмотреть движение денег в кооперативе, и все движения решаются только общим собранием. Никто не сможет ни у кого украсть что-то. Какие этапы, с чего мы начинаем и как мы будем действовать? Ну, уже первый шаг мы сделали. Как вы видите, мы зарегистрировались, и наш кооператив Полтава МЭД находится в Державном реестре с 8 февраля 2017 года. Сейчас мы находимся на этапе пошука покупцов нашего меда, потому что сначала надо найти хорошие цены для наших пчеловодов. И первое, что мы обходим посредников. На самом деле экспортеры меда развили огромнейшую сеть сейчас в стране и высасывают в том числе из Полтавской области мед. И прибавочный и налог оседает там, где зарегистрированы. Это Киев, другие области. А нам надо, чтобы мы сами экспортировали. Кроме того, мы продаем мед по выгодным ценам. Мы формируем, как говорила Ольга Васильевна, крупные партии, тогда они востребованы. И хочу по организации ярмарок. Мы сегодня в ближайшие дни пообщались с местным, как мне объяснили, Яцек Татьяна Петровна, которая сказала, все ярмарки бесплатные. Я, так сказать, идут навстречу пчеловодам наш департамент. И не надо сдавать огромнейшие деньги, чтобы участвовать. Наши члены кооператива уже на Пасху, вот этот праздник, мы говорили с Яцей,
бесплатно будут участвовать в ярмарке. Присоединяйтесь к нам, и вы можете успешно продавать свой мед. Дальше. Мы повышаем рентабельность наших пасек в том плане, что закон о оптовых ценах. Заключаем договора по опылению с сельхозпроизводителями, сельхозкультур, энтомофильных. Ну, по опылению, по слову, буквально, знаете, да, что за счет опыления урожай значительно растет. Вот недавно на Ютубе удалось посмотреть интервью, выступление всеми уважаемыми нами, наверняка Виталий Иванович, вот утверждает, что аграрий Полтавщины приглашает его на опыление сельхозкультуры. Вопрос другого. Вопрос в том, что у нас, вот говорили, 145 тысяч семей. Полтавской области. Мы сами можем управлять. Но почему такая ситуация в принципе возможна? А потому что нет сплоченности. Ездим отдельно, договариваемся отдельно. Наш кооператив своей задачей ставит взаимодействие плотное с аграриями, с садоводами, для того, чтобы они знали о нашем пасечнике Полтавском. Ну, продолжаем дальнейшие этапы развития нашего кооператива. После того, как от нашей деятельности, от финансовых поступлений, о которых я говорил, мы, на нашем счету растет количество денег, мы начинаем создавать на территории области прибавочную стоимость. То есть мы развиваем, так сказать, фасовальные линии создаем, мы закупаем декристаллизаторы, гармонизаторы, это все, так сказать, постепенно, но если будет внимание со стороны Минагрополитики, внимание со стороны области администрации, мы это сделаем быстрее. И налоги будут оседать у нас здесь, у нас в Дальше мы говорим только о членах кооператива. Дальше мы хотим поговорить немного об экспорте, но тут сразу вопрос вот, Ольге, если возможно, у нас беседа живая. Вот мы знаем, что для того, чтобы начать процесс экспорта, должны быть лицензированные мощности, экспортные производственные мощности. Может ли организация пасечник, мы же о себе сейчас, может ли пасечник заниматься, начать экспорт, если он таких мощностей не имеет в принципе? Производственных имеется в виду кристаллизаторы, гомогенизаторы, либо нужно заключать контракты с компаниями, которые такие мощности имеют. Ясно. Скажем так, конечно, зависит опять же от рынка, да, но если мы говорим о рынках цивилизованных, как Европейский Союз, то нужно однозначно все равно иметь сертификаты, то есть без этого никак. То есть, хотя из этого пасечник сейчас на данном уровне не может экспортировать свою продукцию, не имея мощностей, декристаллизаторов за десятки тысяч долларов, чего там еще? Гомогенизаторов за десятки тысяч долларов. Мы должны это понимать с вами. Поэтому у нас два пути. Либо работать напрямую с экспортерами, либо с компаниями, которые этот экспорт могут наладить. Да? А в этом плане мы никак не обойдемся без генерации первичных рынков. Ну никак. То есть мы должны активно действовать сами. Поэтому если мы поговорим пару слов буквально о финансировании. Два источника. Почему мы так вот активно на разных собраниях выступаем по поводу нашего кооператива? Потому что без вступительных боевых взносов деятельности не будет. Не будет финансов, на которые мы эти самые декристаллизаторы и гомогенизаторы купим, чтобы заниматься этим. И второе – это получение от собственной деятельности. А мы видим только один сейчас доход, да, который можно получать, обходить первичных закупщиков меда. Знаете, такие ребята, они приезжают на наши пасеки и говорят, купим 200 килограмм, купим тонну, купим две. Они потом этот мед везут экспортерам большими партиями. Да? Экспортерам 48. То есть мы видим один выход сейчас. Нужно работать напрямую с экспортерами, минуя перекупщиков первого звена. Тогда цена на мед будет гораздо больше, и мы можем генерировать первичную прибыль для того, чтобы в дальнейшем организовывать свои мощности. Ну и, конечно, без бюджетных вливаний есть программа в Полтавской области достаточно широкая. Мы очень надеемся, опять же, ну, как Ольга подтвердила, если мы не имеем производственных мощностей, мы не можем экспортировать, как друзей без помощи областной поддержки никак не обойтись. Ну и в грантах также будем участвовать. Ну, время уже подходит к концу, да, поэтому немножко подытожим. Вот, кстати, есть печать у нас уже, то есть мы уже полностью юридически оформлены организация, печатью,
Це що там? Ми можемо вже виступати повноцінним ігроком ринку, ще контракти. Повышение рентабельности – ВАСИК – основная задача деятельности нашего кооператива. Снижение издержек и повышение доходов – это самая важная экономическая задача. Поодиночке мы ее не решим, вместе в кооперативе можем. Производство экологически чистого меда – об этом говорим. Конечно же, чем большее количество независимых, еще раз подчеркну, человеческих хозяйств, потому что мед пасечников не является власністю кооператива ні в якому разі. Це його і тільки його особистий мед. Він здає кооперативу тільки на збереження свого. Тільки тоді, коли він хоче його продати. Розумієте, да, ситуація? Тому чим більше таких господарств буде в нашому кооперативі, тим нам тільки буде краще. Зрозуміло те, що ми казали, виходячи з місії, дуже будемо просити допомоги владних структур по поширенню інформації, тому що в кінці кінців ми працюємо для власного, да, для власних людей, для наших співвітчизників, а потім вже будемо казати про експорт. Ну і підвищення вжитку меду, що з цього витикає. І, звичайно, взаємодія дуже щільно, взаємодію з аграріями, якщо тут такі є, аграрії, садоводи, то будемо дуже раді взаємодіяти з вами, і ці питання можна вже обсудити наприкінці, там, до другого стіл, да, наприкінці конференції. Та й можна буде безпосередньо усунути. Отже, большое спасибо за то, что на терпение выслушали наши, так сказать, мысли. А теперь приглашаю на стол, который будет после окончания конференции, на котором мы будем обсуждать спорные вопросы, потому что мы смотрим на кооператив прежде всего как на коллективный разум, где каждый член кооператива – это фигура, это игрок. И еще один момент, да, еще один момент, ну, в конце скажу. Кооператив – это структура, которая в принципе не может узурпировать деньги членов. Организация такова. То есть вы должны это понимать, если вы не боитесь. Короткая, кстати, ремарка. Прошу прощения, короткая ремарка. Если честно, на самом деле, мне очень жаль, да, что вам приходится сейчас, тем долго убеждает, да, что кооператив это хорошо, что нужно вступать. У меня возник вопрос еще, когда Александр выступал, и вот вам средняя рентабельность пасечникам производства меда. Есть какая-то информация? Потому что официально, понятное дело, статистики по этому вопросу нету. Сами понимаете, да? Вот есть ли оценочные хотя бы какие-то у вас цифры? Я скажу, что я построил пасечник, я не экономист, но объединив пасечников, мы можем нанять экономистов, маркетологов и так далее. Ольга, вот смотрите, да, вот сейчас пасечники боятся выходить на свет. Просто боятся. Ну, я понял, поэтому говорить о рентабельности сложно, потому что, ну, боятся налогов, потому что, вы видите, налоговый кодекс, он как-то ужесточился, а во все времена налоговые пасечники не облагались в принципе. Понимаете, поэтому говорить о рентабельности, ну, можно это обсуждать? Но у нас же с вами открытая дискуссия. Сто процентов. Жаль, кстати, на самом деле, опять же, печально, да, что... Что? Чтобы рентабельность была начальная, 50, да, пчелосемей. Okay. Ну вот хорошо, если от 50 пчелосемей, какая будет рентабельность? Можете сказать приблизительно? Ну вы же, если вы занимаетесь просто... Нет, если нет ответа, слушайте, я же не это... Нет ответа, нет ответа. Вот прозвучала цифра 15-20%. Нам 20%. Окей, спасибо. Это уже... Вы говорили два вопроса еще. А второй вопрос, да. Но я так поняла, что зарегистрировались вы только что. У нас есть уже члены? Сколько членов в вашем кооперативе? Ну, на сегодняшний день у нас 5 членов кооператива. И очень приятно, что на последнем собрании нашем еще 3 члена кооператива вступило. Особенно приятно, что вступает молодежь. У нас один член кооператива. На начальном этапе, конечно. 1982 года рождения, 1977 рождения. Ну, в общем, молодежь интересуется этим. У старшего поколения большой неверие. Спасибо вам большое, очень симпатичен мне ваш подход. И, кстати, из того, что вот Александр выступал, и ваше выступление, очень многие мысли ведь на самом деле совпадают с тем, что мы озвучили, да? То есть мы вас слушали и понимали, что поэтому на одной волне это. Спасибо большое.